Первый автопробег «Олтек-Мура» завершился в Астане. В течение 10 дней ученые-историки проехали на автомобилях около 7 тысяч километров. Они посетили исторические объекты и музеи южных и центральных регионов страны. Инициаторы, руководство Национального музея Казахстана, планируют отправиться в следующем году на восток и север республики, а в 2016-м на запад. Главной целью была популяризация именно музейного дела, и чтобы мы узнавали на местах среди музейных работников музейной сферы, чтобы их проблемы изучить, чтобы обобщить и выработать конкретные предложения для вышестоящих органов.